Привет, ребята! Сегодня будет продолжение видео «Не запивай». Милана будет готовить пирог, который мне скажет мой брат Милан. Поехали! Сегодня моя сестра будет готовить шарлотку. Погнали! Для этого нам понадобится яблоко, 4 яблока, 6 прекрасных яиц. Нам понадобится 2 стакана муки. 1 стакан сахара, изумрудного сахара. И погнали. Бить вот эти 6 прекрасных яичек. Прекрасный блендер или миксер. Поехали. Поломать мои ногти. Поехали. Мои ногти, чтобы не поломать. Потом Милан мой. С Миланом мы поругаемся, мои ногти поломаются. Вот так. Это рецепт от Шахини. Этот рецепт мне дала сама Шахиня, с Дубая отправила. Это рецепт непростой. Так, теперь мы сейчас разберемся. Так, взбиваем наши прекрасные яйца на медленной скорости. Так сказала сама Шахиня. И взбиваю. Это необычный рецепт, я же вам говорю. Это Шахиня. А теперь, как сказала Шахиня, надо добавлять понемногу сахара. Поехали! Шахиня так сказала? Ну-ка, а шейх как сказал? Мы вообще не готовы. Что нам надо? Добавлять все? Ну давай. Поехали! Сказала Шахиня добавлять понемногу муки. Поехали. Папи тоже. Давай уменьшим скорость. Уменьшим немного скорость. На дне. А теперь пускай тщательно мешается, что было очень хорошая консистенция во рту таяла. Наше тесто готово, как по рецепту Шахинь.
Так она сказала, я так и сделала. Сейчас я буду яблоки нарезать. Я их нарежу кубиками. Они вообще режутся как-то по-другому. Ну, я откуда знаю, как режутся. Я, короче, кубиком туда. Ну, они, да, там на дольки режутся, а я буду кубиками резать. Потому что кубиками режет шахини. Ну, так она там делает, это шахини. Ставим нашу прекрасную духовочку на 180 градусов. Как я это не умею делать, как шахиня сказала, это сделает мой брат. Вот, я ничего не умею, я сейчас яблоки буду резать, я молюсь, чтобы я свои ногти не поломала. Покрываем тесто яблок. Выливаем. Сейчас, подожди, в карту. Выливаем тесто наоборот. Да, раз, два, три. Выливай. Ага. Хватит по краям маслить? Да, сейчас. Хватит, да? Хватит, хватит. Сейчас еще вот так распределим. Ложечкой. Да, да. Сейчас все будет. Слушайте, а знаете, что я вам скажу? Это мой первый пирог,
который я испекла сама. Сейчас мы его будем отправлять на духовочку. Не перебивай. Сейчас мы его будем отправлять в духовочку. Пускай он приготовится, да, Миланчик? Наша духовочка уже подготовлена, мой брат. Вот, да, на 180 градусов. Сейчас мы будем это все ставить туда. Мы отправляем нашу шарлотку с яблоками в духовочку. Ставь в духовку. Осторожно. Осторожненько, теперь мы закрываем. Угу, закрывай духовку. 30 минут или 25? 15 минут. Вот я только вытащила пирог из духовки, такой запах, аромат. Так вкусно не передать. Мы порезали наш прекрасный пирог, шарлотка. Мы его украсили пудрой, посыпали сверху. И украсили листочками мяты. Это божество. Сейчас я буду пробовать, я вам вкус, как и передать вам через телефон. Сейчас. Пирог получился просто божественный. Своими прекрасными руками. Теперь я готовить начну. Накидала. Наше видео, которое я приготовила пирог. Если вы хотите, чтобы мы снимали такие же видео, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Милан Шоу и на наши инстаграмы Милан и Милана Углы. Всем пока-пока! И не забудьте нажать на красную кнопочку и поставить колокольчик. Все. До новых встреч в новых роликах.